Вот мы возвращаемся с села Клочково. Клочки с Благовестия. Наша газель. Уже вечер. Выехали мы в 11, а уже время сейчас 6 часов. Без 3 минут 6. Вот Игнатий нас встречает. И Котька тоже. Кошки домашние любит Игнатий Иванович. Вот наши благовестники вышли. Два Никита Андреевича собрались, гляди. Да. Ну что, получилось все? Тебе понравилось? Да. Где остальные там? Встречать надо. Ну-ка подожди. Лазит. Ну, старик. Инвалидная коляска. Так утром сказал не носить обеда, хватит ему. Только на обед. Утром не носить. Да слава тебе, Господи. Слава тебе. Ну давай. Что сидишь-то? Жду, пока ты меня снимешь. Бабка, да. Высаживать надо. Ну, давай. Из рук в руки. Ну давай, из рук в руки. Ну держись за меня. Ой, давай, Господи, давай. Не больно словить. Черт, тут вот. Но все равно, лишнего много. Держи. С Богом. Лишнего много. Ты можешь, чем сидела бы дома? Нет. Конечно. Никто не пришел. Вообще так, никто не пришел. Нина, видели Жолнеру? Мы были у нее в гостях. Все засняли. Ну что говорит? А батюшка там? Нет, они уже уехали. Уже уехали они. Куда? В Барнаул. Говорят, в город. Батюшка? Да. Батюшка. А зачем в город? А он оттуда. Андрей торопился, Головачи, все с ним уехали. Я так не понял. Так а уехали другие-то, а батюшка наш где? Тоже туда уехал. Уехал в город, он приедет сегодня с Лизой. Вечером на поезде. На поезде. Понятно. А что-то какие-то дела? Да, ей надо что-то там, личные подписи. Ну понятно. Игнатий Александрович, вон тут гостинчики, это от кого, я не знаю. Из Барнаула. Из Барнаула. Принимаем. А это от Нины Ильичной. Александровны, ее виноград собственный. Ну это я уже оставлю себе. Итак, давайте я... сумочка, да. Я подъеду, сейчас выгрузим мы. Так, слушай, легче стаскать, чем подъезжать. Ты стоишь, ну, давайте. Не надо так, подъезжать. Хорошо. Берите, Никита, берите. Давайте. Все, Олденька. Вытаскивайте, Иван.